Мамы, жены, бабушки, без них сложно представить себе жизнь. Мы им обязаны всем. А сколько любви, нежности и доброты заключено в их сердцах. Только они умеют жертвовать собой и отдавать последнее ради счастья любимых людей. В преддверии этого праздника желаю вам прежде всего очень много любви. Любви ваших родных, близких, чтобы ваши дети, внуки, все те, кто рядышком с вами, они всегда вас любили, целовали и окружали большим вниманием и добротой. Здоровья вам и любви! На сцену выходили мужчины, которых знают и любят многие. Это солисты и музыканты Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра. Александр Морозов, Сергей Корнышев, участник шоу «Голос» Сергей Ручкин, Владимир Автомонов, ребята из вокальной студии «Путеводная звезда». Конечно же, все номера и песни были посвящены любви. Программа удивительно теплая, красивая, яркая, очень домашняя. Собственно, то, чем и отличается Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр. Ведущий Георгий Корчагин смог создать в зале атмосферу праздника и взаимного доверия между зрителями и артистами. Он предложил гостям конкурс с помощью аплодисментов узнать, каких мужчин больше любят женщины. Натур тонких и романтических или мужественных и практичных. Дорогие женщины, вы сделали свой выбор. Все-таки вот настоящая романтика и чувство вам по душе. Но в идеале, как мне кажется, да, настоящий мужчина должен совмещать в себе, как и на самом деле это с нашими артистами происходит, качества как романтические, так и настоящие мужские и боевые. Режиссер Андрей Балин подготовил для женщин свой сюрприз. Отложил палочку дирижера и взял в руки микрофон. Вместе с музыкантами он исполнил песню о восьмой ноте и в очередной раз доказал, что талантливый человек талант во всем. От того-то, видят звезды, звездочеты, летают самолеты, что придумал это кто-то. Он искал восьмую ноту, что не в музыке, в работе, кто-то отслушал болото, кто-то рыл водопроводы. Ну а на десерт женщин ждала настоящая классика – арт-проект «Тенора 21 века». Великолепные голоса – солисты лучших оперных театров России на одной сцене. Знаменитый коллектив исполнил шедевры мировой оперетты и любимые всеми композиции. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».